Всем привет, дорогие друзья! С вами Виолент. И, как вы могли заметить, это Ведьмак 3, Дикая Охота. И мы продолжаем проходить его. И в этот раз мы пройдем его быстро. Я постараюсь быстренько его пройти, так как и другую какую-нибудь игру начнем проходить. И... наслаждаться. Наконец-то, у меня новый компьютер. Как вы слышите, новый звук. И все офигительно круто. Так. Блин, я просто уже давно не играл. Мы в какой-то жопе находимся тут. Давайте смотреть. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Да ё-моё, что за говно? Это ловушка. Мы попались. Ё-моё, мне уже... Блин, черт, только зашел и уже начинается мясо. Это как обычно. Блин, я забыл, как играть. Ну ладно, сейчас вспомним. Значит, на Q мы фигачим защиту. Так, ни хрена себе. Так, значит, что у нас написано? Убить элементаля земли. Пипец какой. Ладно, сейчас убьем. Вот так ему. Ох, он рубанул нам классно-то. Ну ладно, сейчас. Я его рубану-то. Так, он сейчас будет говно свое выплескивать наружу, но мне это ничего ему не даст. Так. Так, давайте включим еще раз. Вот так. Так, он сейчас в этом. В позиции, в которой невозможно его атаковать. И назад. Замечательно. И назад. Вот так вот. Это ведьмак. Ведьмак. Надо его убивать. Мразь эту. Сейчас мы убьем его. И спокойно пойдем. Дальше. Значит так. Давай, говно. Да блин, а черт побери. Ах ты, говнюк, сраный-то. Зацепил меня, понимаете, зацепил. Сейчас я ему отомщу. Сейчас ты, мразь, будешь у меня валяться. Там, где тебе положено, в аду. Ой, блин, а сейчас он меня рубанет, походу. Я буду в аду. На самом деле, ни хрена. Блин, волна. Волна дерьма. Так, блин, так, тихонечко. Так, знаете, блин, я... Ой, блин, хотел похвалить себя только что, но... Блин, черт побери. Как инвентарь тут достать? Ё-моё, это ж просто пипец какой. Блин, 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 блинский. Какая жесть. Так, значит, 109... Мы можем этот заменить, да? Вот, замечательно. Значит, атака. Так. Восстановление здоровья есть у нас. Блин, какая жопка, а? Какая жопка. Сейчас надо очень предельно осторожным быть, чтобы не просрать. Ё-моё, просто какой-то край. Потом надо прокачаться. Вот, блин. Пипец. А, так все, он уже сдох почти. Но... Блин, черт побери, мы даже забыли достать. Так, нормально, нормально. Значит, победили мы его. Ты чувствуешь? Понюхай, это газ. Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать и побыстрее. Да ё-моё, решетка-то закрыта. Блин, куда идти и что делать? Так, давайте смотреть. Черт, все забыл я. Все забыл. Так, где? Все, дроид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! О чем тебе? Мы с дом. Держись за меня. Ч?
Черт, я даже не ожидал, что сейчас надо будет выбрать быстро, потому что если мы бы не выбрали, я не знаю, что бы было бы. Но как мы выбрали, мы успели выбрать, и мы выбрали поцеловать Йеннифер. Хотя мы переместились, ну да ладно. Черт, я порвала платье. Подожди минутку, надо его зашить. Ты что, шить умеешь? Я тебя умоляю, я зачарую иглу. Хотел бы я на это посмотреть. Вернемся на пир. Интересный Крак согласится нам помочь? Он хорошо знал Цири. Она в детстве играла с Хьялмаром. Готово. Выглядит как новое. Тогда возвращаемся на пир. Ну и отлично. Зашила платьице, значит. Молодец. Молодец. Тронный зал. Каэр Трольди. Немного позже. Краханкрайт спрашивал о вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Мой сын не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Пусть победит лучший. Или лучшее. Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикерок. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует.
Я бы запомнил такой шторм. Помоги нам убедить Мышавура. Мы знаем, где могла быть Цири. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Мышавур. Точнее, мне не дает. Мы с ним из-за этого уже поссорились. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Мышавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт Скеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Мне с ним поговорить? Может, мне поговорить с Мышавуром? Я сам с ним поговорю. А вы занимайтесь Цири. Найдите ее. Если что-то случилось с ней на Артскеллиге, здесь, под самым моим носом, я никогда себе этого не прощу. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ней поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удалерик не псих, что его прокляли. Великаны давно вымерли. Керис хочет снять проклятие с Удалерика. Ты не хочешь стать королем? Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Кстати, да. Сомневаюсь. Логос Безумный скорее поддержит нильфгаардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Керис хочет снять проклятие. Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удалерику. Керис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть... Она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорог я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить великана и отдать остров людям – поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Я помогу. Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега в самом большом заливе на Артскеллиге. Славный получился пир крах. До свидания.
Да, блин. Пора бы уже найти Цири, блин. Пипец, сколько мы ее ищем, значит. Вот такая вот локация уже зимняя у нас. Да, классно, классно. Зима это, блин, в играх очень круто. Так, значит, нам надо здоровиться. Блин, какого черта? Какого черта? Блин, они сагрились, я вообще не могу понять. Блин, идиоты, блин. Черт побери. Ладно, убегаем к черту просто. Валим. Встретиться с Йеннифер на месте магического катаклизма, значит. Ну, давай. Ну пошлите, ладно. Давай, убегай, Геральт. Не надо сражаться тут. Ну, тебе не надо, ё-моё. Чего они сагрились на меня, вообще непонятно. Прячь меч, значит, и побежали. Он его, он другой достал. Черт возьми. Давай. Геральт, блин. Что это было только что? Да вали ты уже. Черт возьми-то. Ой, блин. Да не хочу я с тобой сражаться, черт. Ой, блин. Интересно, а че он не бежит? А, значит. Блин, черт, я забыл уже все к черту. Блин, все равно не бежит. Давай, беги. Блин, посмотрите за мной, какая толпа на карте. Это просто жесть. О май гад. Блин, сейчас этот еще прицепится, нет? А, это. О май факин гайс. Черт возьми. Так, значит, убежали. Слава. Ой, блин, не то нажимаю уже. Так, значит, что делаем? Значит, делаем следующее. Чуть-чуть помедитируем, чтобы восстановить ХП. Так, значит, сделали. Пошлите. Так, значит, куда нам надо идти? Значит, так. Подожди. Черт возьми. Куда идти? Так, давайте посмотрим на карту. Где? Черт возьми, я ни хрена не вижу. Так. Подожди, написан... А, вот. Ой, блин. Путь, кстати, очень долгий. Блин, нам надо было с этого места стартануть. Ладно. Давайте сразу до сюда доедем. И потом сейчас плотву позовем. Раз уж видно, что это ведьма. Убийца чудовище. Ага, значит так. Чего он тут ищет? Вот, плотинушка, привет! Как я тебя давно не видел. Черт возьми. Ну вот, сейчас доедем, кстати, по быструхе. Подойди ближе, незнакомец. И зачем? Зачем мне подходить ближе к тебе? Объясни мне просто. Я не могу понять, зачем это надо. Так, значит, как у нас там бежать? Угу. Так, разбираемся потихонечку, вспоминаем. Так, вообще великолепно просто. Сейчас добежим, поедем. Так, не туда, вот сюда, вот. Так, сейчас, значит, до знака, значит, добежим. Добегаем, да. И с оттуда мы переместимся туда. Потом позовем плотинушку нашу любимую и побежим на ту точку. Значит, энергия заканчивается у лошади. Нужно передохнуть ей. Блин, что-то как-то далеко бежать. В какой-то игре, я помню, можно было перемещаться, блин, в любую точку на карте, чтобы не бегать, знаете, а сразу переместился и сразу там, значит, находишься. Не помню только, в какой игре, блин, было. Блин, какая красота! Черт возьми, это просто круто. Вообще. Блин. Просто замечательно. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядит? Да, я такой крепкий, да. Так как я выгляжу классно, да. Так, энергия, значит, восстанавливается. Так,
Так, нам чуть-чуть осталось. Все, короче, погнали, давай. Так, значит, блин, у нас доспех, значит, потрёпа... Ё-моё. Значит, у нас доспех, дорогие друзья, потрёпан. Видите, красным горит. Надо его будет как-то починить. Значит, надо будет зайти в каком-нибудь городке в мастерскую и, значит, починиться там. Потому что, блин, я знаю, блин, была уже у нас серия. Там, где у меня горело конкретно. Там было, блин, очень сложно на самом деле справиться с врагами. Да еще, блин, не было ни еды, ни питья. Не было защиты никакой. Было все очень плохо и печально. Вот. В этот раз мы такого не допустим уже. Я, как обычно, не по путям иду. Потому что я люблю так ходить, значит. Ну вот этот. Ну, здорово. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Не перевеличивай, о чем ты? Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Ее использовали? Откуда у тебя эта маска? Ее использовали, то давай. То маску никто никогда не использовал? Нет, но... И никто не знает, действует она или нет? Я знаю. Из мифов. Ты так и веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Блин, да какая тебе разница? Постарайся понять Йеннифер, а речь идет о Цири. Тебя заботит кража, а нас Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Ёшкин кот! Что это? Нет! Йеннифер использовала маску! Ё-моё! Чёрт! Начинается! Начинается жопка! Как мы любим! Значит, блин... Сейчас будет жопа, наверное, мне кажется, такая. Очень даже смачная. Так, значит, я один побегу. Блин, такой лес, пипец, да? Ни хрена не густо населенный. Не густой. Такой мертвый. А, значит, Геральт... Черт возьми. Значит, Геральт осторожней, да, блин? Давай. Значит так, что делаем, значит? Значит, охранный щит выбираем, да, мне и фигачим говнюков. Они вот такие вот мрази, блин, жесткие, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, жесть какая-то.
А, подождите, а у нас... А, все, надо с ней побазарить, значит, с Йеннифер. Блин. Вот о чем я и говорил, у нас сейчас ни жратвы, ничего нет. Мы можем тупо всрать, как это мы любим делать всегда. И мы это делаем. Так, блин, значит, говнище, блин, где оно? Вот я его тыкнул. Ой, блин, тваринка. Ах, твариночка. Значит, потом надо отойти и восстановиться. Сейчас, если у нас рубанет... Ой, все, рубанул, значит, входим. Входим куда подальше. И сейчас все будет нормально. Вот, значит, о чем я и говорил. Берем. Помедитировали, значит, и можно рвануться опять в бой. Значит, давай. Значит, меч достаем. Включаем говно. Сдохни! Да блин, они такие гниды вообще жесткие. Давай, блин, черт побери. Давай! Ах, тварь какая. Так, мы коснули его. У них лапы, блин, здоровые. Посмотрите, что они творят. Два удара и все, откатился, блин. Блин. Идиот. Вот, видите, блин, какая жесть-то. Ему, блин, со всей дури. Вот так вот. Блин. Пол хп. Ладно, давайте убьем его. Точнее, попробуем. Хотя бы убить его, блин, черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень было плохо. А, значит, давайте еще раз. Надо отойти. Надо отойти. Чтобы... А, все? Что ищем. Это было? Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. О, что будем делать? И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты будешь считать мои мысли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Сюда. Первое место я уже нашла. Ну, молодец, значит, если ты нашла, значит, нам надо сделать следующее. Пока что есть время. Потому что я чувствую, будут эти дегенераты еще лезть. Давай, пошли. Так, значит, маска, подождите. Она дала нам маску или нет? Мы пришли. Надень маску. Вот, надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не видим всего. Все. Не я вспомнил, значит, как ее одеть. Ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Где ты видишь? Это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем, попробуем найти следующее место. Куда я правильно иду, Йеннифер? О, ё-моё. Охренеть. Значит... Ой, блин, опять начинается. Так, значит, начинается у нас. Так, маску снимаем. Идем в бой, значит, и рубим их. Ой, блин, сейчас будет жопочка. Блин, какая гнида, а? Он даже не дает... Видите, блин, он даже не дает ударить его. Ой, блин. А куда ты исчезла? А. Блин, ты так не пугай меня же. Видишь? Блин, тваринка. Ах, твариночка. Срань ты. Так, нахрен, просто валим отсюда. Значит, просто валим. Ну как, готов? Используй маску. Так, сейчас, подожди. Надо восстановить... Надо здоровиться, значит. Где ты? Давай, бери меч. Где ты, значит, Йеннифер? Так, оно там. Пошли. Берегись! А, их обязательно убить надо, что ли? Что это было? А, все. Нечто вроде магического взрыва.
Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Ну и куда же они убегали-то? Нравится мне это место. Мне а, тоже. Значит, сюда, все. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Да, блин. Я тут понимаю, полная жопа. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Вообще, значит, неизвестно то, что, что нас может тут ждать в этом лесу. Если мы, допустим, одни, да? И, допустим, мы не ведьмак, а какой-то простой человек. То я не знаю, блин. Жопка будет конкретная. Так, значит, блин, говно вот это вот надо убить нам. Ух ты, ё-моё, сколько тут. Блин. Вот говно какое, а. Так, значит, где ты? Давай. Вот этот здоровый. Крупная дичь. Это крупная дичь. Так, значит, а давайте попробуем убежать. Как-то да. И может это все прекратится, и мы не будем, блин, воевать с ними. Вот я бежим. Все, видите, вроде прошло. Нет, вроде. Это ничего не даст нам. Значит, обязательно нужно убить этого хмыря. Сложно, сложно от него убежать, так как он слишком рукастый, блин, черт. Ой, блин, а черт! О май факин. О май факин бич. Ладно. Попробуем еще раз, значит. Только интересно, с какого места, значит, с отсюда, да? Ну, нормально. Нравится мне это место. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Блин, ой-ой-ой-ой, еще здесь. Опа, дыра появилась. Черт, какой ты с черта за мной следишь? Гнида ты тупая. Давайте отбежим. Да беги ты, блин, а Геральт! Не нервируй меня. Значит, вот так делаем. Значит, делаем так. Достаем так. Идем убивать. Идем месить. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Так она, значит, убила сама их всех, что ли? Ну, давай, куда? Так, значит, масочку, да, надо? За Цири гнались, видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет вверх. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Когда я с тобой... Ай-яй-яй-яй-яй! Снимай ты эту чертову маску, блин. Да ё-моё, мне не дают даже меч взять, черт. Ладно, убегать будем. Как обычно. Не хочу опять сдохнуть. Вон он бежит за нами, черт побери, а. Ух ты, блин, там дракон, что ли? Охренеть. Там, блин, дракон, значит, был. Вон. Пипец какой. Драконы. Я тут еще драконов не видел ни разу, не встречал. Значит, давай медитацию нам. Вот так вот, нормальненько. И можно идти убивать их. Сейчас это говно убьем. Так, пошли, пошли. Так, значит, ты куда идешь-то?
Тут сейчас будет война, блин. Или не тут? Ну-ну-ну-ну. Куда же ты меня приведешь? Так, значит, здесь что-то надень. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Посмотрим, где он упал. Сразу к делу. От того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось. Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили. Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Для Цири я готов на все. Спокойно, ведь ничего не случилось. Давайте успокоим. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или ну, хрен знает. Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Да ничего ты не разберешься. Надо изучить другой след. Мы узнали кое-что о Цири. Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно. Учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем. Но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Надо изучить другой след, блин. Там же есть здесь еще, кстати, где посмотреть. Интересное. Надо осмотреть еще один след. Да, давай. Я хочу осмотреть его полностью, дорогие друзья. Он где-то здесь, он, кстати. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Вот, видите? Сейчас. Потому что он сюда пошел тогда. Воу-воу-воу-воу-воу, классно. Ну, давай посмотрим. Так, значит, тело тут, значит, да? На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? Позже расскажу. Цири нужна Дикой Охоте. Ну, давайте расскажем. В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Ты сказал, что Дикая Охота была на Хиндарсфьяле. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Ардскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотен в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин.
и один старец. Следующая остановка Хиндерсфьель. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотена. Встретимся на месте, пойдем вместе сейчас. Да, можно было вместе пойти. Телепортни. Подожди, может отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. Да знаешь, насрать как-то. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Ну окей, окей, хорошо. Обязательно, кстати. Дадим знать, блин. Я была на Хиндерсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. О, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Это уж точно. Ну что ж, хорошо, на этом закончим. И спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте лайки. С вами был Виолент. И до скорых встреч. Всем пока.